Даниэль Бронте и Денис Ерофеев в фильме «Дневник вампира», часть 8. Нарцисс был похож на бескрайнее море. Иногда его волны были безжалостными, всепоглощающими, как шторм. А иногда это был теплый ласкающий штиль. Жадно впитывая его поцелуи, вне зависимости от того, несли они боль и разочарование, или безмятежность и покой, мое сердце наполнялось день ото дня безграничной любовью к нему, пламенем, который невозможно было погасить. Таков был нарцисс, дерзкий, тщеславный и иногда даже жестокий. В этом был весь он, и я любил его таким. Иногда я чувствовал себя сорванным и растоптанным им безо всякого сожаления цветком. Но, несмотря ни на что, я был счастлив, пока он находился рядом. Ведь мы с ним были одним целым. А тем временем за окнами медленно наступала осень. Здравствуй, Гадриэль. О, здравствуй, великий. Я вызвал тебя на беседу. Хотел бы поговорить. Мне известно о том, что ты приложил свою руку к убийству Анаит. Аргас, это не я. А кто? Я имею такую силу, чтобы читать мысли. Я слишком силен, у меня слишком много веков. Тебе никуда не скрыться. Ты никуда не скроешь свои мысли. Я все знаю. А ты знаешь, что за это тебе будет? За убийство Анаит. Сколько пыток тебя ожидает, какая мученическая смерть. Ты будешь до сих пор отрицать? Аргас, я не хотел. Это братья. Это подгорел меня, нарцисс. Это подгорел меня, Дэниел. Хотел лгать, я все знаю. Я не виноват, я тут ни при чем. Виноват или нет, факт остается фактом. Тебе придется расплачиваться за смерть Анаит. Я, возможно, пощажу тебя, если ты станешь со мной сотрудничать. Мне нужна голова братьев, особенно нарцисс. Что же делать? Привези меня нарцисса, и я буду считать, что мы с тобой квиты. Хорошо, я приведу тебя, нарцисса. Если ты приведешь его, я закрою глаза на то, что ты сделал со мной. Хорошо, я приведу нарцисса. Мы будем сотрудничать. Я надеюсь на твое благоразумие, Габриэль. Габриэль, как охота? Привет. Охота, отличная охота. Значит, сегодня не очень летный день. По этому мосту ходит много добычи, да. Здесь будет хорошая охота. Уверяю тебя. Отличная охота здесь. Подождем сейчас. Я не могу избавиться от ощущения какой-то нехорошей энергетики. Сейчас подождем. Потому что что-то надвигается. Подождем еще одного вампирчика, и я тебе все расскажу, какой у нас план. Какого еще вампирчика? Замечательный план. Что за странное место, Габриэль, куда ты меня притащил? Идем. Сейчас все тебе будет ясно. Здесь замечательное место. Что это за дом? Одного моего знакомого вампира. Он тут обосновал себе хорошее гнездышко для охоты. Очень странно. Куда это он меня притащил? Что это за дом? Кто здесь? Аргас, нет! Аргас, нет!
Наступила осень. Она наполнила меня новыми силами и надеждами. Я был вдохновлен тем, что сейчас нарцисс рядом, и все хорошо. Моя душа наполнилась гармонией и спокойствием. Но это длилось недолго. Внезапно брат пропал. Я чувствовал, что-то случилось. Габриэль проговорился мне, что он в плену у Аргоса, который собирается жестоко отомстить за смерть Анаи. Я знал, что брат попал в плен к Аргосу не без помощи Габриэля. Аргос, этот древний коварный вампир, был очень силен. Я уговорил Габриэля отвезти меня туда, где он держит в плену нарцисса. Нужно было срочно освободить брата, и я пустился на его поиски. Где мой брат? А, это ты? Где мой брат? Дэниел. Скажи, ты приложил к этому руку? Куда ты подевал моего брата? Здесь начались новые проблемы. Мы хотели захватить этот клан. У нас ничего не получилось. Что вы от меня хотите? Вы там... Ты постоянно нас предаешь. Мне дорога своя жизнь, а не ваша. Здесь живет великий Аргос. Ты хочешь привести меня к Аргосу? Ну зачем же? Мы же все равно соседи. Когда-нибудь мы встретимся. Ты что, нас подставил? Но великий Аргос, он и есть великий Аргос. Его невозможно. Ты что, с ним в сговоре? Я всегда сильным, понимаешь? Ах, вот как? Я всегда сильный. Вы были сильны, я был с вами. Сегодня я с Аргосом. Ничего не поделать. Где мой брат? У него сила. Брат. Где мой брат? Сейчас мы поговорим с Аргосом. Я думаю, мы договоримся. Я похлопочу за вас, скажу, чтобы... Что вы сделали с моим братом? Скажу, чтобы он не гневался за убийство вашей дедушки. Я думаю, что... Но ты ведь тоже принимал участие в этом. Ну я же договорился, Дэниел. Тебе надо тоже договориться. Ты предал нас, ты предал моего брата. Мы спасем твоего брата. Идем к Аргосу. Ты лжешь, как всегда. Так что идем. Идем к Аргосу. До ворота в преисподнюю. До ворота в преисподнюю, что ты понимаешь? Ну здравствуй, нарцисс. Вот так встреча. Сколько веков не виделись. Ты думаешь, я ничего не узнаю? И ты спокойно сможешь убивать людей из моего плана? О смерти Анаит я узнал самый первый. За все надо в этом мире платить, нарцисс. Сегодня ты расплатишься сполна. Ты умрешь медленной, долгой, мучительной смертью. Анаит первая хотела убить нас. Мы всего лишь защищались. Ведь вы вдвоем с ней планировали нашу гибель. Вы хотели нас убить. Теперь ты подло меня обвиняешь. Мы всего лишь защищали свои жизни. Да, я хочу наблюдать за твоими страданиями. Это отогреет мою вампирскую душу. Как ты медленно будешь вздыхать вместе со своим братом. Он тоже будет скоро здесь. Я уверен в этом. Что ты собираешься делать? Выпусти меня. Не смей трогать моего брата. Ах, и знаешь, кто тебя продал? Твой друг Габриэль? Именно он привел тебя сюда.
Ты-то уже об этом и сам знаешь. Ах, да блин, черт, никогда нельзя доверять ему. Он всегда предает, всегда. Аргос, не делай этого. Ну что же, пора приступать. Это будет начало твоего конца, нарцисс. Габриэль, ты куда меня завел? Что это? Это величие Аргоса. Великий город Аргос. Древний город. Ты искал своего брата. Брат в своем городе заточен. Вон в той башне. В какой? Вон в той, мы идем. Идем. Здесь закрыто. Идем дальше. Я подкупил охранника. Я подкупил его. Мы зайдем в этот город, не бойся, зайдем. Мы спасем твоего брата. Получается, что теперь ты предаешь Аргоса? Ты всегда всех предаешь. На чьей ты стороне? Ты мне заплатил, так что идем. Заброшенные владения Аргоса. Вот они. Какой человек? Я дал ему немного денег, он нас пустит в город. Сюда не пробраться. Сейчас он подойдет. Наверняка Аргос охраняет всю эту территорию. Тут везде его вампиры. Сейчас подойдет наш человек, я ему дал денег. Он заведет нас в город, покажет, где твой брат. Если не получится. Должно получиться. Эти ужасные владения Аргоса. Будто самой преисподней. Да, я вижу отсюда его творец Аргос. А, как бы нас не заметили. Нас могут заметить. Да, там вот слуги живут, там его творец Аргоса. Куда идти, где искать брата? Избавиться от этого всего. Надо отсюда. Ах, черт возьми. Приковал меня намертво. Просто. Брат, я пришел, чтобы тебя спасти. Сейчас мы убежим отсюда. Брат, ты пришел, чтобы спасти меня? Как ты меня тут нашел? Пока нет Аргоса, надо бежать. После одного случая Аргос постоянно надевал на лицо маску. 5 самых сильных вампиров пытались убить его, но у них ничего не вышло. Очевидно, лицо Аргоса осталось изуродованным. Он шел за нами по пятам, я чувствовал это. Мы с братом хотели сбежать из Нового Орлеана, чтобы спастись от него. Аргос умел читать мысли и без труда смог бы найти нас. Мы пытались спастись, как могли. Аргос! Как сбежал нарцисс, расскажи мне.
Аргас, как так получилось? Не ожидал тебя встретить здесь. Ха, я шел за тобой. Я в твоей голове. Как он сбежал? Ты привел туда брата, ты показал. Ты предал меня, Габриэль. Ты за это ответишь? Аргас, я уже не могу. Зачем мне этот новый Орлеан? Ты предал всех. Брат, побежали, побежали, Аргас. Надо убегать быстрее. Я вижу, Аргас преследует Габриэля. Сейчас он доберется до нас. Мне кажется, что он повсюду. По природу дышит он. Далеко собрался? Ха-ха-ха-ха, я уже тут. Аргас. Ну, куда мне деться? Я не могу, зачем это? Я слышу его. Он вас прячет. Ну ты сюда, 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 за дерево, за дерево. Все передо мной жалкие черви. Просто черви. Я просто забавляюсь с вами. Как же ты ничтожен, как таракан. Раздавлю тебя. Я раздавлю тебя, как таракана. Ты не знаешь всю мою мощь, всю мою силу. Бегом, бегом, нарцисс, сюда. Скорее сюда! Бегом! Возможно, он уже разделался с Габриэлем. Тебе не уйти далеко от меня. Тебе не уйти. Я уже в твоей голове! Я в твоей голове! Голос у меня в голове. С помощью моих мыслей пытается прочесть, где мы находимся, нарцисс, понимаешь? Понятно. Надо мысленно поставить это. Я закрою от него. Он ищет нас. Он идет по следу. Брат, он идет по следу. Брат, не отставай, прошу тебя. Я в твоей голове, я знаю каждый твой ход, каждый мысль. Я читаю все. Тебе конец. Я очень сильный. Thank you.
Аргас, нет! Аргас! Аргас поймал брата. Это было худшее, что могло случиться. Я был на грани помешательства. Он собирался принести нарцисса в жертву древним, совершив обряд и получив еще больше силы. Я не знал, где искать его и как спасти брата. Я был охвачен ужасом и безысходностью. Габриэль, тебе удалось спастись от Аргаса? О, да. Как ты убежал? Не спрашивай. Аргас схватил моего брата. Он схватил нарцисса. Он хочет его в жертву принести древним богам. Этот Аргас. Я знаю, он будет делать обряд. Сейчас найдем твоего брата. А, он убьет его. Надо что-то делать срочно. Сейчас я совершу обряд. Я принесу жертву нарцисса. И вызову древних богов, чтобы напитаться еще большей древней силой. Все понятно. Тут незнакомый лес. Сейчас мы найдем дорогу. Немного заблудились. Сейчас мы найдем тропу. Где мой брат? Пошли искать тропу. Да, сила и власть. Сила и власть. Тащил моего брата. Неужели он убьет его? Я не могу этого допустить. Мне надо спасти брата. Творение невыразимого имени и безбрежная сила, древнее его величество, хозяин темноты. Ты холодный, неблагородный, мрачный и несущий гибель. Ты, чье слово как камень и чья жизнь бессмертна. Аргас, Аргас, прекрати это делать. Иди вызывать богов. Ты, древний, единственный, непроницаемый ты, кто лучше всех сдерживает обещания. Кто обладает искусством делать людей слабыми и утомленными, кого любят больше всех, не знающий удовольствия, ни радости. Аргас! Аргас! Ты старый и искусный, непревзойденный в хитрости, приносящий руины и развалины. Приди сюда и выполни свое предназначение. Аргас, ты вызвал древних, теперь напитался силы. И теперь я разорву не только эти киты, я разорву тебя. Сколько же во мне силы! Но Аргас просчитался, совершив обряд. Он не знал, что теперь силой древних стал обладать нарцисс. Брат смог освободиться и убил Аргаса. Я был счастлив, что нарцисс вернулся живым.